Время в дымке тает. Не вернуть назад. Боль мне бьет в набат. Жизнь мою листает. Прожил в пустоте, в доме на песке плачет. Что сломалось внутри? Я так страдал. Ищет мое сердце, не судьбы иной, а лишь образ твой вечный. Дай мне помощь твою, Бог всей вселенной. Жить без Бога можно, только умирать, сложно. Христос воскресе, дорогие мои! С вами передача «Лаврские встречи». Я и ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях протоиерей Александр Старостенко. Спасибо, Господи, здравствуйте. Батюшка, вы с такой глубину копаете, вот, что в нашем современном веке, который бежит, и мне кажется, что вы своими песнями пытаетесь затормозить время как-то, какой-то... Ну, нажимаете на стоп, ну, как сказать, на тормоз, вот, может, духовно, чтобы люди остановились, задумались, в глубину посмотрели. Потому что все в суете, весь круговорот, как белки в колесе, все бегут, зарабатывают, что-то достигают. Но угодно ли это Богу, и люди не задумываются, да? У вас, наверное, вот хочется спросить, у вас, наверное, что-то произошло в жизни как-то, чтобы вы начали именно, вот остановились на этом. Ведь есть и другие способы передачи, ну, своих духовных состояний. Радуйтесь и веселитесь, а я к вам жда, ваше много на небесах, допустим. А вот такой печальный образ, ну, об этом вас всегда, наверное, спрашивают. Вот какая задача ваша главная вот в ваших песнях? Вот думали об этом? Или то, что рождается, это свойственно вашей душе,
Вот, допустим, с детства все дети побежали играть в эту песочницу, футбол, а вы сидите, читаете книжку «Евангелие» с картинками. Нет. Знаете, как вы пришли к этому? Вот так. Ой, знаете, я не знаю. Ну, естественно, вот эта духовная тематика меня стала волновать, когда я стал священником. Естественно, это, да, это все как бы глубина. Ну, как, знаете... Вы решили стать настоящим священником, я так понимаю. Ну да, хочу, стремлюсь. Просто, знаете, как говорится, помни свой смертный час, не согрешишь вовек. Вот это «помни смертный час» — это каждую долю секунды нашей жизни существует. Оно неизбежно. Понимаете, как Господь говорится, с чем тебе из этой земли возьму, тем и судить буду, да, при каких действиях. Вот, поэтому почему вот духовные, высокодуховные молитвенники, старцы, вот подвижники, вот на фоне, если вы были, вы видели, они постоянно четкие в Иисусовой молитве, непрестанной молитве. Они стараются, чем они только не занимались, там, трудятся, они постоянно, а некоторые достигают самодействующей молитвы, и спят, и у них молитва идет. То есть они постоянно на чеку, понимаете? Здесь же постоянно не дают врагу атаковать мысленные, потому что занято ум, он занят молитвой. Все остальное. То есть я хочу как бы своими песнями, кто их слушает, приблизить к этому, что помимо того, что у вас все слово Господу есть, и то оно может вмиг исчезнуть. Так очень важно, еще раз повторюсь, с чем Господь вас заберет. То есть мы не должны это забывать, что мы читаем вот в вечерних молитвах, Господи, там в руцы Твои приду, Дух мой, да, что если я что-то не проснусь, то возьми меня с миром, как говорится. Вот. Мы постоянно должны этот образ. Ну, я думаю, что все православие настроено именно на это, на покаяние и постоянную подготовку встречи с Богом. Наша вся цель – покаяйтесь, ибо приблизит Царство Небесное, говорит Господь. Оно к этому всему идет. Почему бывает, что мы забываем? Забываем о том, мир нас захлестывает, и мы об этом забываем. Вот я своим творчеством хочу как бы постоянно напомнить человеку об этом. Да, оно, знаете, многие говорят, ой, нехорошо, там вот так печально о смерти. А оно что? Разве ее не будет, она будет. Вот. Поэтому, скорее всего, это... Ну, и это, знаете, и мое личное понятие, мое внутреннее состояние тоже об этом говорит. С этим не только как бы донести. Я доношу этим текстами этой песни людям, естественно, доношу саму себе. То есть я тоже об этом задумываюсь. И это мое состояние, которое изнутри меня идет. А вот как это состояние? Помню и грешу. Это ужасное же, наверное, состояние, да? Человеческое. Вот мы все как бы помним, и все это у нас уже, можно сказать, улеглось. Ну, может, не прижилось, как в притче, да? Семя попало вот, на каменистую почву. Вот оно семя, вот оно есть. А мы все равно продолжаем, все равно остаются каменными или, наоборот, страстными. Помню и грешу, это уже ужасно. Душа человеческая, наверное, очень сильно страдает от этого. Вот, наверное, какого состояния надо избегать, когда ты знаешь и продолжаешь вот так. Но что есть, вы можете сказать есть, по этому поводу? Есть люди, которые имеют какие-то страсти, да, вот там есть вот люди, вот много сейчас вопросов, многие женщины приходят, там пьющий муж, ребенок, сын пьющий, там, и она страсть, он пытается бороться, она так его хватила. Знаете, причины бывают, многие причины бывают и в роду, вот, допустим, как Ян Кронштадтский говорил, приходит женщина, задает вопрос, вот у меня сын сильно пьет, он задает, отец пил? Угу. То есть, понимаете, это по цепочку. Он старается за всех сил. Знаете, как рассказ есть такой, когда-то прочитал в духовной литературе, великий праздник, идут все люди, это где-то век 19, по-моему, идут люди в храм, и вот во время, когда они заходят в храм на службу, да, сидит пьяный человек, и пьяный, и поет хвалу Богородице. И они подходят, и значит, что ты делаешь? В таком состоянии Матерь Божию упоминаешь, суй, как говорится, в своем пьяном состоянии. И вдруг засиял свет у притвора, да? И является Богородица, показывает правой рукой на пьяную, говорит, пьяница домой. Понимаете, здесь бывает человек, вот я недавно прочитал, по-моему, Паисия Афонского, есть рассказ, как один монах боролся со спиртными, что он постоянно пил, его монахи многие на него ругались и все остальное. И Паисий говорит о том, что вы не знаете его историю. Он где-то там
не знаю, в какой он стране, там, в Филиппинах, не в Филиппинах жил. И мама, они там работали на каких-то плантациях, и мать его кормила алкоголем, чтобы он спал и не кричал, потому что если услышат, то есть их там могут наказать, убить и все остальное. И он с младенчества употреблял алкоголь. Его Господь в рай отправил за то, что он там какие-то там пил каждый день там 10 стаканов, и он на 2 стакана стал пить меньше. Господь и Паисий говорит, что его Господь призвал в рай, в райской обители. Мы, понимаете, она нас так окутывает. Но вот я сколько у духовника свой спрашивал о этих ситуациях, он мне всегда говорил: запомни, батюшка, все люди немощные. И любого человека увидишь в согрешениях, он немощен. Понимаете, когда даже к нему на исповедь приходишь, говоришь ему там на исповедь, перечисляешь грехи, он говорит: это немощь, это немощь, это немощь. Понимаете, всегда сострадание, все сожаление, всегда понимание это, да, вот, у таких духовных лиц. Поэтому вот это всегда, что мы помним, и каемся и грешим, ну иначе нету такого. Понимаете, как один, я читал, когда за жития святых, святой один молился: Господи, избавь меня от страстей. Бог избавил. Он сидит, говорит: а что дальше? Сидит: верни меня обратно. И говорит: Господи, верни. Понимаете? Ну, да. Вообще вся жизнь, вот эта наша жизнь, это борьба со злом. А знаете, самое большое зло — это ты сам. Он у себя сидит. Мы вечно каких-то там, вот бесы на нас нападают, они меня искушают. Да. Да, вот это мы все ищем. И на бесах сваливаем. Да. А святые пишут, что бесы до тебя, если ты не захочешь, не создашь ему условия, они к тебе близко не подойдут. Понимаете? Мы сами создаем условия. Поэтому все это... Самый великий враг — это ты сам. Песня? Да. Споем? Споем. Так, песня называется у нас «Вечный храм». О, Боже мой! Благодарю за то, что дал моим очам ты видеть мир твой вечный храм, и ночь, и волны, и зарю. Везде я чувствую, везде тебя, Господь, в ночной тиши и в отдаленнейшей звезде, и в глубине своей души. Пока живу, тебе молюсь, тебя люблю, дышу тобой, когда умру, с тобой сольюсь, как звезды с утренней зарей.
Прости, Господи. Все-таки, да, как уметь за жизнь и смерть благодарить Господа. Это ж какая любовь и смирение перед Господом должно быть. Мы за жизнь-то благодарим Господа. Это касается смерти, здесь у нас уже напряг. Да, конечно. Да, что, как за смерть? Здесь уже, понимаете? Ну, я же выше пилотаж пошел. Ну, это уже другой уровень какого-то бытия. Да. Ну, имеется духовный. Поэт это почувствовал. Как это молитва, я не помню, читал. Если даже буду в аду, слава тебе, Господи, слава тебе. Если даже буду в аду. А теперь хочу спросить, отче, а откуда у тебя мелодика такая твоя, она взялась, ну, где ты ее нашел? Почему ты подумал, что именно так подавать нужно? Почему такие гармонии, аранжировки? Вот это, откуда это все сплелось и возникло? Ведь началось, наверное, с простой гитары, да? Да, да. С ля минора, да? Ну да, пять аккордов, и все, и пошло. Ну вот это вот... А как это к этому пришло? Аранжировки у меня... Вот аранжировки делают мне знакомые друзья... Режиссер, вот я вот в данной песне, вы видели, гитарист играл, да, это у меня есть такой знакомый, Игорь, гитарист, профессиональный гитарист, вот как-то он прочувствовал. Ну, вот я все просто беру свою гитару на пяти аккордах, навыл, напел и отправил ему. И он все сидит и уже с ними разбирается. То есть однажды, сидя где-то на кухне за столом, ты просто человеку сыграла на гитаре. Он говорит, слушай... У меня есть студия, аранжировка, надо, вот я делал аранжировку, это совсем по-другому вот, зазвучит. Это был вот первый альбом, первое мое творчество, именно так начинал. Ты когда услышал это, сказал, ничего себе, а я не знал, что это так может звучать, так? Ну, бывает. Или ты хотел уже, чтобы так звучало? Вы знаете, бывает даже вот слушаешь какую-то, вот просто музыка какая-то играет, какое-то исполнение музыкальное, ты за какую-то нотку зацепился, она тебе понравилась, и тут начинаешь от нее стартовать. Знаете, пошел, развитие начинает. Вот так, у меня больше всего так случай получается. То есть ты слушал хорошую музыку? Люблю, да, люблю хорошую. Мелодичную музыку? Мелодичную. Знаете, у меня был на фестивале у отца Андрея Логвина, да, у него фестиваль проходит, мы с вами были там, да? Да. И какая-то там, не помню, известная певица пришла, и она послушала мою песню, я исполнял. И она говорит, у вас, батюшка, как у Анны Герман. Говорит, чтобы вы не пели, все печально и плакать хочется. Даже если вы будете петь, говорит, веселые песни. Вот. И у меня получается, что даже пример беру с какой-то более позитивной такой музыки, да, но у меня снова возвращается в такое состояние. Ну, даже не знаю, что сказать. Оно уже стало лично вашим, да, и... Да, да. Все говорят, батюшку можно сразу узнать. Все спокойно, тишина, где-то там батюшка музыка играет, он поет. Чтобы подумать, помолиться. Без таких ярых эмоций. Ну, как-то, батюшка, вот, честно говоря, не могу сказать, почему так получается, знаете. Ну, вот, обыкновенно возьмем ситуацию бытовую, да. Человек действительно едет в машине, ставит диск ваш или по радио слышит. Он едет, ну, так же, его так же подрезают, все там куда-то спешит, и вдруг до него доходит смысл, да? Смысл песни, смысл стихов, и вот этот глубокий, прямо, и вдруг у него... Где грань между сентиментальностью у этого человека и покаянием? Или это предпокаяние? Что с ним может случиться вот с тем же самым вот водителем? Ну... Или завернет он в храм... Или немножко так... Общаясь с людьми, ну и вы сами знаете по собственному творчеству, к вам много обращались, когда ваши песни меняли человека. Да? Вы вот недавно даже рассказывали об этом. Да. У меня тоже таких очень много случаев. Я думаю, многих исполнителей православных таких подобных случаев много. Вот понимаете, для каждого человека существует свое что-то. Понимаете? Вот какая-то своя нотка, чтобы вот его трусануть и опомниться дать. Да? Вот. И я всегда говорю, что дай Бог побольше православных исполнителей, потому что на каждого православного исполнителя найдется свой слушатель, которого Господь ведет. И дух отец Анатолий сыграл песню, он понял, вот, этот человек услышал эту песню, говорит, вот, оказывается, где истина. Поэтому здесь уже, мне кажется, это уже такой удел, знаете, вот удел, как происходит у него от сентиментальности к глубокому сознанию, это уже такой удел Божий. Мне кажется, здесь уже Бог ковыряется там внутри.
В биосе. Да. В настройках. Да, в настройках. Он уже там начинает поправлять, там, знаете, волну настраивать. Угу. Ну, бывает, да, эмоций очень много. Вот я часто, постоянно рассказываю этот случай. Вот я, для меня это был как бы образец, когда я выступал перед студентами. Я часто рассказываю и по телевидению, и по радио об этом случае. И вот мы очень боялись, когда выступали перед ними, эти молодежи, очень боялись, как они нас будут слушать. Нынешняя, как говорится, современная музыка, и что они ищут в этой музыке. Очень волновались. Настраивали аппаратуру, я все наблюдал на лица этих молодежи. Но когда мы начали петь... И потом мы после этого посмотрели видео, как снимали этих детей, мы были удивлены. Они кто-то грустно сидел, где видно было, что у человека это глубоко вошло внутрь. Кто-то даже не смог сдержать слезы, видно, даже мальчики сидят с девочками, у них слезы с глаз идут, понимаете? То есть в поиск этот поиск, я всегда говорю, что это для меня личный образец, что детям нашим надо это нести. Да вообще людям пусть побольше слышат. Да, если бы кто-то пришла эта музыка, он услышал, кому-то он сразу примет ее, а кто-то оттолкнет, еще, наверное, время не пришло. Много такого есть. И у меня таких же. Нет, это не мое, говорят. Ему дают там, послушайте эту песню. Нет, это не мое. Он не созрел. Но потом проходит какой-то период времени, и она случайно. Вот бывают такие даже случаи, купят диски, несколько лет вообще не прикасаются к нему. Ну, а потом случайно бах, и произошло. Оказывается, Господи, помилуй. Всему свое время. Ну и время песни. Да. Пришло время последней песни в нашей передаче. После этого мы будем прощаться, с сожалением. Будем ждать новых встреч в Петербурге, приезжайте с концертами. Вот ваше творчество необходимо людям. Это очень хорошо, когда ты кому-то нужен. Вот это ощущение, что ты кому-то нужен. Да, даже если одному всего лишь человеку. Mm-hmm. Не группе какой-то. Да, и да, то это даже счастье так. Для священника. Вы же сами знаете, что счастье. Если кто-то из 100 человек в зале сидящий, кто-то один, что-то ему поможет, да. Это уже на великая награда. Это как овечка. Да. Да, такой, которую прижмешь. Да. Вот она твоя. То есть Господня отбилась от стада. Песня? Да, песня называется «Чужая боль». Мы на земле живем, как будто бы играем. Вся наша жизнь проходит в суете. Чужую боль порой не замечаем, и голоса зовущие мольбе. Пока мы живы, можно все исправить, суметь помочь тем, кто в беде. Они для нас ступени в рай, и строить надо их, пока мы на земле. Подай нам, Боже, разум и исправление. Дай сердцем вся и всех простить, просить прощения, стоя на коленях. Тебя наш Бог за все благодарить. Вся наша жизнь дарована нам Богом, и каждому своя тропинка и овраг. Кому-то длинная, длинная дорога, кому-то миг исчезнувший во мрак. Мы можем все успеть, пока мы живы, увидеть боль в измученных глазах, любовь вернуть
которой мы лишились, исправить свет на жизненных холстах. Подай нам, Боже, разум исправления, дай сердцем вся и всех простить, просить прощения. Стоя на коленях, тебя наш Бог за все благодарить, тебя наш Бог за все дарить. Христос воскресе! Воистину воскресе! Дорогие мои, передача наша, к сожалению, как обычно, к сожалению, подошла к концу. С нами был протоиерей Александр Старостенко. Я священник Анатолий Першин. Желаем вам пасхальной радости с отцом Александром круглый год. Может, что-то вы пожелаете вообще нашим зрителям? Пожелаю им не забывать Господа Бога. Ничего сильнее Господа Бога нет на свете. Надейтесь на Его любовь к вам, и все будет хорошо. Христос воскрес, любовь все победила. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи, батюшка.